А мы продолжаем. У нас здесь команда под названием Жасмин. Страшно было выступать? Нет. Какой раз на этой сцене вы уже? Второй раз. Вам нравится? Да. А как вы выступили? Хорошо? Нормально? Да. Сейчас мы это у руководителя вашего спросим. Как вам выступление вашей команды? Они молодцы, хорошо выступили. К сожалению, я не видел, но я слышал, как там зрители ликовали, хлопали в ладоши. Это было заметно по реакции зала. Так вот, вы придете еще участвовать к нам? Еще не раз, да? Да. Молодцы! Ну, давайте поблагодарим вашего руководителя за ее вклад. Скажем спасибо, Мадина, да? Давайте. Вот так вот нас благодарят своих руководителей. Мадина, скажите, пожалуйста, ваши впечатления о конкурсе? Это мой любимый конкурс. Наш тоже. Спасибо большое за интервью. И вам. Успехов вам, удачи. Побольше побед. Спасибо.